Сейчас хочу включить запись для тех, кто не сможет присоединиться. Все больше людей. Всем привет. Вот, начинаем нашу сегодняшнюю презентацию потрясающего проекта. Того проекта, который меняет жизни сотен тысяч людей. Не только лишь потому, что у нас появляется возможность путешествовать как можно больше, исследовать этот мир, потратить меньше денег, не переплатить. А того проекта, который позволяет нам и зарабатывать, и встречать новых классных людей, и вообще открывать для себя новые возможности в этом мире, потому что наша жизнь очень быстротечна, и всем очень хочется побольше увидеть. Да, и пандемия для нас, это, в принципе, было такое нелегкое испытание для всех, но, тем не менее, мир возвращается на круги своя. И фактически сейчас, на сегодняшний день, уже все круизные линии спустили практически полностью весь свой флот на воду. Да, прошли сертификацию круизные лайнеры, это очень важно. Прошли сертификацию, получили оценки центров контроля за здоровьем, таких как CDC в Америке и контрольный комитет по здоровью в европейских странах. Да, и вот люди уже, в принципе, возвращаются в путешествия все больше и больше. Вы можете наблюдать, что сейчас уже все очень активно путешествуют. Как куда только открытые страны, туда все отправляются в путешествие, даже не задумываясь над тем, что, возможно, это может быть немного и не безопасно, потому что все-таки такой степени контроля, такой степени безопасности, которая предоставляется на круизных лайнерах, мы в отелях не найдем, это понятно, потому что персонал отеля сегодня находится в отеле, на ночь они уходят там к женам, к детям, идут в магазины, общаются где-то в городе и так далее. И возможности подхватить всевозможные вирусы намного больше. Но наши с вами путешествия, вот и мы с Любочкой ездили в Турцию дважды, да, и вот сейчас вот мы ездили в Италию, показывает, что, в принципе, ну, нужно стараться беречься, нужно стараться соблюдать все, так сказать, правила личной гигиены, безопасности. Вот, и таких вот путешествий значительно больше. Но на круизном лайнере у нас уже изначально мы лишены вот этих вот дополнительных рисков, да, потому что вся команда протестирована, каждую неделю команда тестируется. Периодически, во-первых, все они провакцинированы, во-вторых, они тестируются, в-третьих, они никуда не уходят, они остаются на лайнере. И вот этой вот вероятности того, что кто-то принесет какой-то вирус, значительно меньше. Мало того, все лайнеры прошли сертификацию. Без сертификации ни один лайнер в этом году не спустили на воду. И те лайнеры, которые не соответствовали нормам безопасности, они, в принципе, остались на берегу. Некоторые из них вообще порезаны металлолом. Да, вот мы видим бассейн Infinity. Что такое бассейн Infinity? Это когда вы находитесь в бассейне, и край бассейна как бы вливается в море. Вообще это потрясающее зрелище. И я думаю, что скоро мы с вами будем там попивать мартини, шампанское, смотреть на этот потрясающий закат, на этот потрясающий закат или рассвет. Все это впереди. Вот. И да, так возвращаясь опять-таки к нашим круизам. И все эти лайнеры проходят сертификацию и должны соответствовать определенным требованиям по закону безопасности. И поэтому лайнер на сегодняшний день – это наш самый безопасный отель, который только можно придумать. Потому что все здесь построено таким образом, чтобы у нас минимум было контактов, скажем, в таких вот общественных местах. Да, потому что все лайнеры сейчас обустроены такими средствами, так сказать, общения и передачи информации бесконтактного. Да, есть браслеты, есть какие-то табло виртуальное, где можно виртуально себе заказать даже предварительно еду на свой шведский стол. Знаете, это действительно, вот я вот, хочу сказать, что вот это тот вид отдыха, который стоит ждать, да, к которому стоит готовиться, потому что там, ну, реально, это совершенно другое измерение. Это потрясающий сервис. Вот сейчас мы смотрим просто видео, которое записали туристы, находящиеся на лайнере MSC Seashore. Вот приблизительно вот на каждом лайнере вот приблизительно вот такого плана сервис, да. Это очень красиво сервированная, изысканная еда. Это очень удобные места для того, чтобы выпить чашечку кофе, посидеть, поговорить. Множество буфетов, лаунж-зон.
Это зоны, где можно посидеть, просто почитать, пообщаться с кем-то. Это концертные залы потрясающие. Это танцевальные полы, которые, дай бог, чтобы мы с вами их все обошли. Это детские клубы, где вы можете оставить своего ребенка на целый день, и он будет и накормлен вовремя, и напоен, и его уложат спать. У него своя программа развлечений, они готовят красочное шоу. У них практически открываются бесконечные возможности для самостоятельности. И отдыхая с детьми, у вас есть возможность отдыхать как бы и от них одновременно. Потому что вы знаете, что они находятся под присмотром, что они заняты какими-то полезными вещами, они тыняются где-то там по пляжу или по двору или по отелю, да, вот, что ими занимаются, что они как раз в это время находятся в том месте, где у них есть возможность и познакомиться с новыми ребятами, и узнать какие-то для себя интересные вещи, и вообще быть вовлеченными в достаточно такое вот полезное времяпровождение, которое потом приведет к новому толчку изучения языков, изучение географии. Вы знаете, даже я, вот взрослый человек, да, у меня на завтра я готовила занятие по круизам, по обзору нашей круизной системы, поисковой круизной системы, и показать вот это многообразие, которое у нас представлено в нашем поисковике. Это просто невероятно. Мы практически только начинающие круизеры. Да, и с чего мы обычно начинаем? Это Средиземноморье. Да? А когда открываешь вот это многообразие, вот этих всех маршрутов, просто поражаешься. Вот я на завтра готовила это занятие, дай бог, чтобы состоялось, все было так, как есть. И я для себя начинаю изучать какие-то новые моменты в географии. И начинаю понимать, ага, этот город находится тут, это тут, да. Сейчас потрясающий круиз есть на декабрь месяц по Красному морю с посещением Саудовской Аравии, Иордании, с посещением Египта. Вы знаете, ну просто потрясающие маршруты у нас есть. И они по совершенно приемлемым ценам. Вы понимаете, что открывает, в общем-то, для нас круизный клуб Incruises? Возможность путешествовать в огромном количестве направлений. И эту поисковую систему, эту систему букинга круизов мы с вами будем очень тщательно изучать, потому что там просто клондайк. Это море маршрутов, это действительно открытие мира. И дай бог, чтобы у нас с вами хватило наших дней, все это познать, увидеть. И нам по деньгам это возможно и доступно. Вы понимаете? Вот в таком роскошном лайнере путешествовать по семи морям, не переплачивая, проводя время со своей семьей, развиваясь, отдыхая. Знаете, что может быть лучше? Поэтому я очень благодарна нашему международному клубу Incruises, который для меня стал вот таким вот моим и хобби, и моей работой, и моим увлечением. И моим источником заработка, да, я сейчас уже могу как бы с определенной степенью ответственности сказать, что я уже неплохо устроилась в Incruises, потому что мне очень нравится то, что я делаю для других людей. Я делюсь вот этой возможностью путешествовать вот так шикарно, круто, по ценам Турции, Египта, а может быть даже и дешевле. Мне за это компания платит, и мало того, те люди, которые отправляются в путешествие, для них это тоже выгодно. Потому что они не переплачивают, потому что они экономят собственные деньги, потому что между нами и круизным лайнером нет никаких посредников. Потому что наша с вами задача, как партнеров клуба, просто научить этого человека пользоваться нашей поисковой системой. И один раз научив его, показав ему многообразие вот этой поисковой системы, научив его ориентироваться в маршрутах, где какой найти, да, что ему нужно, по какой цене это будет, в какой период времени это лучше делать, да? Мы один раз проделаем эту работу, человек остается в этой системе, потому что ему это выгодно. И мы с вами имеем возможность путешествовать все вместе по низким ценам и даже за счет компании. Знаете, вот лишний раз продумываешь и думаешь, господи, есть ли на сегодняшний день вот такой интересный проект? Есть ли такой проект, где можно просто жить свою жизнь в удовольствии, да? Делиться возможностями, которые позволяют людям тоже выигрывать, да, и чтобы еще за это получать деньги, а по сути дела наслаждаться этой жизнью. Знаете, поэтому мне очень нравится, когда наш круизный клуб, сайт нашего круизного клуба открывается с вот такой вот, ну, не могу сказать аффирмацией, да, с такой вот quotation, да, жизнь в стиле Incruises, жить в стиле Incruises. Это значит жить свободной жизнью, географически, финансово,
Это значит познавать мир, это значит встречать новых людей, это значит зарабатывать деньги. И по совершенно доступным ценам. Знаете, сейчас уже вот 21-й год заканчивается, и круизная индустрия продолжает расти, невзирая ни на какую пандемию. Вы все знаете, что в этом году на воду спустилось 20, и продолжает спускаться 20 круизных лайнеров. Я вас с ними знакомила, вот это один из них, это MSC Seashore. Следующий лайнер, который был спущен, это MSC Virtuoso, он сейчас стоит в Дубае на выставке Expo 2021. А самое интересное, знаете что? Что это та индустрия, которая не дает возможности проседать. Она не проседает, она себя чувствует очень хорошо и уверенно, потому что здесь сосредоточено огромное количество денег, больших денег от крупных инвесторов, потому что это одна из самых ведущих отраслей туризма, она будет развиваться семимильными шагами. Я не говорю о том, сколько партнеров клуба увеличилось за вот период пандемии, но хочу сказать, что уже на сегодня есть цифры, есть уже лайнеры, которые будут спускаться в 2022 году. Можете себе представить, 2022 год, и уже у нас будут спускаться новые лайнеры. Вот хочу вам показать топ этих лайнеров, которые уже будут спущены на воду. Запуталась немножко. Где же они у меня делись? Топ-лайнеров, должно было первым быть это. Вот они, топ-лайнеры, которые будут лучше лайнеры, которые будут спущены на воду в следующем году. О чем это говорит? Что вот те моменты, которые мы с вами переживаем и думаем, что вот все пропало, да, многие думают, что все пропало, нет, ничего не пропало. Круизы возобновились, мы с вами отправимся без проблем. Но вот на 22-й год уже вот такая вот фантастика вот тоже у нас ожидает. Ребят, смотрите, что я хочу сказать. Членство в нашем клубе очень выгодно. Почему? Потому что наша компания разработала для нас с вами такую вот программу лояльности, по которой каждый человек со среднестатистической зарплатой может позволить себе отправиться в такое потрясающее путешествие, да, и еще остаться в таком выгодном, привилегированном положении, когда отправляясь в одно путешествие, у него еще остаются сбережения на следующее путешествие. Почему есть у нас такая привилегия у нашего круизного клуба? Потому что наш круизный клуб, в общем-то, это один из самых крупных круизных клубов, вообще самых крупных клубов путешественников, круизных клубов, да, который позволяет круизным линиям наполнять свои кабины. Поэтому нас очень любят. А круизным лайнерам очень важно вот это наполнение кабин, потому что для них самая дорогая кабина – это непроданная кабина. Точно так же, как в отеле самый дорогой номер в отеле – это непроданный. Поэтому что мы делаем, по сути дела? Мы строим постоянную клиентскую базу для растущего количества круизных лайнеров, потому что этот вид отдыха становится все более и более популярным, потому что все больше и больше людей понимают, что он для них доступен, потому что все больше и больше людей хотят вот путешествовать в таких вот направлениях. И поэтому у нас с вами клуб пришел надолго, не на один год, не на два, не на три, не на пять. Потому что количество отелей, извините, на первой линии ограничено, а количество воды нет. И один раз побывав в таком путешествии, 95% людей уже принимают его как постоянно. Почему? Потому что, во-первых, это на 30-50% дешевле аналогичного отдыха на берегу. А второе, что, извините, ну ни в какое сравнение не пойдет вот такой вот. Распаковав один раз багаж и, так сказать, погрузившись на лайнер, у вас есть возможность за одно путешествие видеть 3-4 страны, 7-8 городов. Побывать вот в этой сказке, отдал свой багажик, да, зашел в свой номер, взял себе купальничек и пошел себе с бокальчиком мартини в джакузи, да, пока тебе багаж принесут прямо под дверь. Очень удобно, потому что те люди, которые хотят исследовать этот мир, это единственный способ, пожалуй, когда можно в релаксирующей атмосфере это все сделать. Второе. Вы знаете, у всех у нас отпуск, как правило, ограничен, но люди заняты, мы живем в таком турбулентном мире, в таком вот тяжелом достаточно мире, когда вот все, времени недостаточно,
того недостаточно, да, а хочется все-таки отдохнуть и попутешествовать. И вот на, для нас очень важно, что мы за вот эти 7-10 дней максимум, мы можем максимум получить, посетить множество мест, не устать, а наоборот хорошо отдохнуть. И японские ученые уже определили, что недельное пребывание на зеркале воды способствует омоложению, оздоровлению и самовосстановлению организма. Поэтому все мы, когда возвращаемся с круиза, мне уже как-то говорили, вы так классно все выглядите, да? А мы только вернулись из круиза. Способствует именно вот такому вот перевоплощению человека. Я хочу сказать, это происходит перетрансформация, перепрошивка абсолютно всего, потому что мы с вами погружаемся совершенно в другой мир. Вот это круизные лайнеры, которые ждут нас в следующем году, и мы обязательно на них отправимся в свои путешествия. Итак, с круизным клубом InCruises путешествовать очень выгодно. Почему? Потому что наша программа позволяет нам, программа членства, присоединившись к клубу, всего лишь активировав свой круизный счет и начав накапливать себе по $100, бесплатно пользоваться поисковой системой. В нашей поисковой системе вы увидите более 5000 направлений. И путешествие из любого порта отправки. Вы сами самостоятельно можете себе выбирать порт отправки, количество дней, с кем вы поедете, когда вы поедете. За вас это не будет делать туристическое агентство, вы это будете делать. А самое главное, вы это будете делать не переплачивая, а экономя собственные средства. И четко понимая, куда вам нужно и хочется отправиться. Да? Рассмотрев круизную базу, вы определите, что я для себя смогу найти здесь. Мне это интересно? Конечно, интересно. И хочу сказать, любой человек вам скажет, да, это безумно интересно, потому что зачем мне нести деньги в туристическое агентство, если я могу все это организовать у себя сам? Как правило, в туристических агентствах, мы все знаем, они заключают договора с определенными, там, скажем, туроператорами. У них есть определенное предложение, которое им нужно продавать, а мы приобретаем то, что нам нужно. И скажите, пожалуйста, любому человеку это более интересно? Конечно же, да. Почему сейчас все больше и больше людей уходят в интернет? Потому что никто не хочет переплачивать, потому что это мир уже онлайн-общения. И точно так же, по такому же принципу устроен и наш клуб. Один раз вы зарегистрировались в нашем клубе, научились пользоваться, вы себе все организуете, и вам не нужен никакой посредник. И хочу вам сказать, что те деньги, которые мы себе сами накапливаем на своем круизном счету, это те деньги, которые принадлежат нам, а не какой-то компании. И когда наш круиз отменяется, боже, какой потрясающий лайнер. И когда наш круиз отменяется, как это было в пандемии, в 100% объеме, мы, среди нас есть такие тоже, в 100% объеме наши деньги тут же возвращаются к нам на круизный счет. Я не знаю, не берусь судить, но я знаю, все ли агентства, но тем не менее очень многие агентства, так сказать, задерживают возврат своих средств, а во многих случаях вообще не возвращают, а предлагают своим туристам ваучеры. Человек привязан и к этому агентству привязан, и привязан там к определенным линиям, к определенным предложениям. У нас этого нет. Нам вернули деньги, мы себе заказали любой другой круиз и отправились в это путешествие. Круто? По-моему, очень круто. Итак, для тех людей, которые хотят с нами только путешествовать, существует вот такая вот программа лояльности, по которой мы получаем бесплатный доступ к нашей поисковой системе. Это очень важно, да? Имеем возможность все выбирать, а это тоже очень важно. И что мы делаем? Мы себе активируем свой круизный счет, отложив там $100, это 2700 гривен, это 80 гривен в день. И нам это выгодно, потому что мы уже ориентируемся на то, куда мы поедем, когда мы поедем. Там мы потихонечку откладываем себе на свой круизный отдых, на свое путешествие. И это для нас не стрессово, нам не нужно доставать со своего кармана одномоментно 1000, а то и 1500. Или влезать потом в долги, а потом их раздавать. Нам многим знакома эта система, я точно такая же, как и все остальные. Я точно так же отправляюсь куда-то в путешествие, но обязательно влезаю в долги либо сама к себе на свою карточку, либо там кому-то из друзей, а потом несколько месяцев все это отдаю, потому что и там что-то надо, и там что-то надо. Здесь точно наоборот. Нам наоборот предлагают совершенно другую культуру организации своего, другой план организации своего отдыха, при котором мы можем вот так вот месяц за месяцем откладывать, отправляемся в путешествие, использовали свои доллары, да, остальные остались на следующее путешествие. Будет вам интересно оставаться в клубе, если вы будете знать, что вы использовали больше денег, чем отложили, а на следующее у вас осталось? Конечно же, будет интересно. И вот эта программа лояльности, она очень нам выгодна, потому что за каждый наш доллар нам компания дарит 2 круизных доллара.
И нам очень выгодно, потому что буквально на 14-15 день у нас уже в доступе, мы отложили $100, нам открылась поисковая система, и мы себе выбираем все, что хотим. Мы выбираем любой круиз, у нас в доступе уже не 100, а $120, 80 у нас остается на следующее путешествие. Мы выбираем себе даже круиз на $500, если хотим. Да, остальное мы можем доплатить со своей банковской карты, списываем со своего счета 120, хотя отложили только 100, внимание, да, остальное доплатили с карточки, получили цену, ту, которая есть цена у самой круизной линии, только у них она в обычных долларах или в евро, доплатили эту разницу и поехали. Можно и таким образом, но те люди и те путешественники, которые присоединяются к нам и хотят максимально сэкономить, они уже уловили, ага. Если я буду откладывать себе 2 или 3 месяца или 4, то мне не надо будет, не придется доплачивать со своей банковской карты, а я себе спокойно плачу все своим круизным счетом. И каждый из вас, вы кто меня слышите, да, кто уже наш член клуба, вы прекрасно знаете, что у нас буквально до копейки мы оплачиваем свой круиз со своего круизного счета. Выгодно это? Конечно, выгодно. Какой банк вам предоставит процент? 20% по депозиту. Вы знаете, сейчас нету таких процентов. Сейчас вообще нет выгодных процентов. Я уже боюсь того, что скоро наша, так сказать, наша банковская система придет к тому, что начнет уже брать проценты, так как в западных банках брать проценты за то, что вы проводите за депозит, а не помощь под ваши деньги. Понимаете? То есть все, в принципе, к этому идет. Поэтому это уже с первых моментов выгодно. Ну и чем дольше мы остаемся в клубе, тем нам выгоднее и выгоднее. Но есть еще вторая степень выгоды путешествия вот в этой роскоши. Та, которая есть уже у меня, та, которая есть уже у многих из вас, у наших партнеров. Это та возможность, когда мы, вот в этом случае, да, мы заплатим компании $195 за возможность делиться ссылкой на сайт, и любой человек, который открывает эту ссылочку на сайт, он просмотрит видео от президента или же там какое-то видео, там, скажем, от рекламное видео, да, ему безумно понравится эта идея, он сможет зарегистрироваться под этой ссылкой, и вы даже можете не знать об этом, а он уже станет нашим туристом и принесет вам первый доход, да. Вы знаете, я думаю, что это потрясающая возможность. У меня так первый раз и получилось. Я просто поделилась вот этой ссылкой. Ко мне присоединился первый турист, первый партнер, и я еще получила деньги. Вот для меня это было очень ценно. Поэтому вот за $195 у каждого из нас есть возможность открыть источник дополнительного дохода, заработать себе возможность всего лишь на 5 рекомендациях путешествовать безоплатно за счет компании. А для многих это будет открытие в большой бизнес. Вот я хочу задать вопрос, вот такой, ну, задаю вопрос риторически, потому что нет ответа, да. Вот скажите, пожалуйста, выгодно ли это для любой нашей украинской среднестатистической семьи, для богатого человека или же там, скажем, не очень богатого, да? Получить доступ к поисковой системе круизов, сделать всего 5 рекомендаций, заплатив за год $195 и иметь вот эти возможности путешествовать в круизах безоплатно. Я думаю, да, это очень выгодно. И у меня уже моя статья расходов на мой отпуск превратилась в статью доходов. Я, как и многие из вас, да, стала уже безоплатным путешественником. Что это значит? Я себе на свой счет уже ничего не откладываю на круиз. Мне компания поблагодарила, сказала, большое вам спасибо за вашу рекламную работу. Вот. И мы вам теперь предоставляем возможность путешествовать на 2400 круизных долларов каждый год. То есть, что я могу сделать? Я могу эти деньги использовать на, там, скажем, 3-4 круиза, да, по Средиземноморью. Я могу отправиться в более дорогой круиз, я могу поехать одна, я могу взять с собой до 5 человек в кабину, я могу отправиться на один день или же на 30 дней, понимаете? То есть это я уже выбираю, куда отправятся эти деньги, но это возможно. И среднестатистическая цифра показывает, что за эти деньги можно путешествовать, ну, если не исключать там особые вот ситуации, которые сейчас, 3-4 раза в год. Скажите, пожалуйста,
Какой благоразумный человек откажется от этой возможности? Я думаю, никто не откажется. То есть вы поняли. Вторая возможность – это заплатить всего $195, а это $12 в месяц. За возможность давать рекомендации, за возможность рекламировать наш круизный клуб. И у вас тогда появляется ваша ссылка на наш глобальный сайт. И любой человек из любой точки планеты, из 191 страны, может присоединиться к нашему клубу по вашей ссылке и стать одним из членов вашей команды. Как только в вашей команде образовалось 5 человек, вы безоплатный путешественник. И каждый из этих путешественников, если они путешественники, принесут вам еще по $20 на ваш кошелечек. И вот если вы присоединяетесь к нашему клубу и как путешественник, и как партнер, у вас уже появляется еще второй кошелечек, да? Первый – это у нас был наш счет на наше круизное путешествие, на который мы себе откладывали. А второй – это появляется тот кошелечек, на который нам уже компания начинает платить деньги, начинает платить американские доллары. И вот эти первые $20, которые вы получите за то, что вы зарегистрируете одного путешественника. А если человек захочет присоединиться к нашему клубу и не только путешествовать, а еще точно так же, как и вы, давать рекомендации, что, собственно говоря, логично, да, то тогда вы за такого путешественника и партнера получите $50. Вот за таких людей, которые присоединяются к нашему клубу и для путешествий, и для рекомендаций, каждый из нас получает от 50 до $150 в месяц. Да, если с первого до 10 человека в месяц. Если начинается со следующего месяца, то опять от 50 до 150 разового бонуса. Плохо? Замечательно, да? Ну хорошо, если вы хотите путешествовать безоплатно, вы можете на этом остановиться. Но те люди, которые к вам присоединились, они не остановятся, потому что они увидят, что вы путешествуете безоплатно, они захотят точно так же. И тот человек, который присоединился просто на путешествие, он вас обязательно спросит: слушай, как тебе это удалось? А вы просто посоветуете, ему скажете: ты можешь в любое время сделать апгрейд, стать тоже партнером клуба, заплати вот эту лицензию $195, и у тебя тоже появится такая возможность. И таким образом у вас команда начнет расти. А самое интересное, что вот эти $195, это такой мизерный вклад в открытие вашего бизнеса, что я думаю, что на сегодняшний день все очень хорошо понимают, сколько стоит сейчас открыть новый бизнес. Ну, минимум 3-4, а то и $10,000, поставить какую-то лавочку, продавать носки или там еще что-то и так далее и тому подобное. То есть фактически мы платим эту лицензию. Каждый последующий год, второй год, третий, я уже третий год в клубе, да, я плачу уже $95 за право заниматься этим бизнесом. И я безумно его люблю уже, потому что этот бизнес уже приносит мне доход, невзирая на пандемию, невзирая на все, что происходит вокруг. Во-первых, у нас потрясающая команда. У нас потрясающая команда топ наших экзекутивов, топ наших лидеров, наших двух соучредителей. Майкла Хатчинсона и Фрэнка Дина. Это два потрясающих бизнес-менеджера. И самое главное, что каждый из нас ощутил, что во время пандемии они все время с нами на связи. Мы все время информированы, что где происходит, что с круизными линиями, и как они собираются восстанавливаться. У нас не было вот такой вот паники, возможно, как это было где-то в российских агентствах. И хочу вам сказать, что Incruises, я с гордостью хочу это сообщить, что Incruises – это, пожалуй, может быть, одна единственная компания в туристическом бизнесе. Я не побоюсь этого сказать, потому что это уже опубликовано в журналах, которая показала за время пандемии рост. Потому что ни одно туристическое агентство такого роста не могло показать априори, физически не могло показать. А наша компания показала рост. Вот рост, вот такой вот прирост наших членов и партнеров клуба. Почему? Потому что для нас не было суть важно, когда наши круизы состоятся, мы четко понимали, что а, компания нам продолжает платить деньги, б, что наши круизные доллары только лишь увеличиваются, и ценность их увеличивается. Об этом вы узнаете от ваших наставников, да, ценность нашего доллара круизного увеличивается, и нам уже становится, мы, по сути дела, аккумулируем в счетах значительно меньше, чем мы расходуем. Поэтому для нас это оставалось выгодным предложением, и наша компания продолжала расти. А мало того, вот этот вот онлайн-бизнес давал возможность людям зарабатывать деньги во время пандемии, оплачивать свои счета, проплачивать какие-то свои там кредиты там, и так далее и тому подобное. Компания ни на один день не задержала выплат. Итак,
Вы пришли уже на бизнес. Окей, тогда вы уже не ограничиваетесь 5 приглашенными людьми. Тогда вам интересно расширять свою команду и вширь, и вглубь. И, естественно, ваши люди, которые пришли в этот бизнес тоже, либо на путешествие, либо на безоплатное путешествие, им тоже становится интересно. А почему там Лена, Света, Люба уже зарабатывают деньги? А почему ей уже платят каждый месяц? А почему у нее кликает телефончик и клик-клик-клик приходит по $5? Вы знаете, такой сладкий вот этот клик. К сожалению, у меня сейчас телефон не кликает, но потому что чуть-чуть позже начинает кликать. Но мне уже вот эти клики-клики приходят, и он так греет душу, я уже понимаю, что ага, мне упало, я вас с вами говорю, мне упало $5. Я поехала в Италию, мне упало там, мне упало. И так набирается очень даже приличная сумма. Вы знаете, это действительно так захватывает, потому что помогая другим людям найти возможность путешествовать вот таким образом по очень доступным ценам, еще плюс получать вот эти бонусы, вознаграждения, путешествовать безоплатно, помогая вот этим людям вот так вот путешествовать, мы зарабатываем. Понимаете, у нас вот такой проект, который, в общем-то, он идет даже не win-win-win. Да, говорят, вот бизнес успешный, когда у него всем выгодно, а у нас выгодно втройне, ну, двум сторонам, а у нас втройне выгодно, потому что нам выгодно, потому что это выгодные цены изначально, нам выгодно, потому что мы зарабатываем, круизному клубу выгодно, потому что он растет, расширяется, круизным линиям выгодно, потому что они создают постоянный пассажиропоток, для них это важно, потому что они зарабатывают еще на других моментах, понимаете, всем выгодно. И я именно поэтому люблю вот наш клуб и наше руководство, еще раз говорю им большое спасибо за то, что у меня была такая возможность присоединиться к нашему клубу и начинать зарабатывать. Зарабатываться здесь, в принципе, несложно. Все сводится к тому, что мы делимся вот этой возможностью, приглашая людей либо на онлайн-презентации, либо на офлайн-презентации в офис, либо проводя встречи. Презентация, которую вот я сейчас вам провожу, дает вам возможность получения общего обзора. А уже более детальные вопросы, конечно, если вас это заинтересовало, мы с вами обсуждаем уже отдельно. И все, что вам нужно для начала, если вы решили присоединиться вот к такому клубу и путешествовать вместе с нами зарабатывать, все, что вам нужно, это просто сначала научиться людей приглашать. Никакой премудрости здесь особо нет. Все сейчас, в принципе, достаточно легко и просто, потому что наш сайт на 17 языках. И там собрана вся информация, которая будет помогать вам понять, в чем же все-таки специфика клуба, как мы работаем, как у нас работает $1 за 2. Да? То есть практически все ресурсы, все инструменты у нас есть в нашем мирового класса веб-офисе. У вас будет своя реферальная ссылочка, которую вы будете отправлять в любую часть света, и к вам будут присоединяться люди. Вы будете приглашать их на онлайн-встречи через нашу вот такую вот вебинарную комнату. То есть никаких сложностей здесь нет. Все достаточно просто. Сложно только одно. Сфокусироваться, если вы хотите прийти на большой бизнес и начать здесь серьезно зарабатывать. Я сегодня вот провожу эту презентацию, специально показываю вот эти вот красоты, эти безумные лайнеры. Вот сейчас это лайнер Scarlet Lady, Virgin Voyages новый, да, показывает комнату. Вы знаете, для того, чтобы у каждого из вас возникло вот это желание прожить эту жизнь красиво, позволить себе в этом пропутешествовать, тем более, что с нашим клубом это очень доступно и даже выгодно. Вот, единственное, куда я хочу, на каком слайде я бы хотела остановиться, это слайд, который показывает, какие деньги здесь зарабатываются, да, какие деньги здесь зарабатываются и какие возможности у вас могут появиться. То есть то, что вы путешествуете в любую часть света, это понятно. То, что у вас огромный выбор, это понятно. То, что у нас идут выплаты за каждое ваше телодвижение, если вы решили заниматься бизнесом, это тоже да. У нас есть достаточное количество видов дохода, которые могут позволять себе чувствовать уверенно. Ну, фактически это 5, но это те доходы, которые мы получаем раз в месяц, которые мы получаем мгновенно, которые мы получаем ежесекундно, например, да, и которые мы получаем каждую неделю. Скажите, пожалуйста, стоит это того, чтобы просто прорекламировать красивейший, потрясающий отдых другим людям, чтобы получать эти доходы? Я вам хочу сказать да.
И вот в нашей компании вот есть такая красивая радуга. О чем она говорит? Она говорит о том, что, ребят, ну, по всем видам дохода это уже отдельное, так сказать, занятие, это называется обзор компенсационной программы. Но самое главное, чтобы вы понимали, что за 5 приглашенных у вас есть возможность путешествовать со своей семьей бесплатно и получать первые деньги. А если вы захотите расти дальше, и ваша команда начнет расти, то как только в вашей команде образуется 30 человек, вы уже начинаете получать ежемесячные выплаты от компании Incruises. Круто? Круто. Мало того, именно с этого момента открывается доступ к вот этому так называемому пассивному доходу, когда вы еще получаете вот помимо ежемесячной выплаты еще дополнение и получаете практически еще столько же от компании Incruises за то, что вы построили такую команду. Я с удовольствием делюсь этой возможностью, потому что я знаю, что это круче не бывает. Я с удовольствием помогаю людям осваивать кабинет. Я с удовольствием людям помогаю осваивать поисковую систему, потому что я знаю, что как только они это попробуют, они мне будут всю жизнь благодарны. А мне компания будет за это платить деньги. Мало того, если они захотят тоже путешествовать, как я, тоже захотят зарабатывать, как я, мне тоже компания будет продолжать платить деньги. У нас выигрывают все. Надо только захотеть. Вот на этой потрясающей радуге, хочу вам сказать, есть такая строка последняя, называется «Амбассадор». Пугающая цифра, да, 260 тысяч долларов в месяц, который еще пока не достиг никто. Но на вот этой отметке борт-директора у нас уже 13 человек. И двое из них пришли за время пандемии. Вы знаете, у кого пандемия, у кого кризис в голове, для кого это возможности? Это говорит о том, что мы находимся с вами в правильной компании, в правильной индустрии, быстрорастущей, крутой, богатой индустрии. И те люди, которые инвестиции вкладывают вот это невероятное количество лайнеров, а это миллиард долларов за каждый лайнер, а в этом году только 20 спустились, они, наверное, очень хорошо понимают, какие прибыли их ожидают. Мы с вами с правильным руководством, с потрясающим руководством, руководством, которое смотрит за горизонт пандемии, за горизонт кризиса. И мы успешно преодолеваем все препятствия. Наш клуб пришел на этот рынок надолго. У нас есть все, что нужно для того, чтобы здесь зарабатывать. А именно, огромный рынок, который еще не освоен, да, рынок круизного отдыха, который сейчас только-только вот зарождается, как ребеночек, и мы с вами вот в этой вот такой растущей волне, и нас он просто выбрасывает наверх, и не воспользоваться этой возможностью просто грех, да. Огромный рынок, потому что 20% людей в Штатах, 10% в Европе и 2% в остальном мире путешествуют в круизах, остальные нет, потому что для них это было сказкой. Мы эту сказку превращаем в реальность, мы показываем, что это возможно. Дальше. 95% репотребляемость рынка. То есть 95% людей один раз попробовали и хотят вернуться снова. Третий компонент – это наши цены перебить не может никто. Потому что те цены, которые выставляет круизная линия, никто не может опустить. Никто. Нам это удается сделать только лишь за счет вот этой нашей партнерской программы «Один к двум». Наш круизный доллар запатентован, и благодаря вот этой вот партнерской программе у нас есть возможность с самых первых моментов иметь уже цены значительно ниже, чем у круизной линии. От 20% и ниже. И плюс наша возможность путешествовать безоплатно. Скажите, пожалуйста, любой разумный человек, который узнает, поймет, что есть такая возможность, пойдет в туристическое агентство заказывать? Конечно же, нет. Да, его будут волновать вопросы безопасности, легальности, надежности компании, что очень важно. И хочу вам сказать, что наша компания платит ежемесячные страховые взносы Trust My Travel. И каждые наши 100 долларов, которые мы себе откладываем на свой круизный счет и превращается в 200 круизных, страхуется. И поэтому в случае гипотетического банкротства компании все наши деньги, те, которые мы задепонировали, не те, которые компания подарила, а задепонировали, возвращаются к нам в полном объеме. Переживать здесь нечего. Мало того, мы обладаем всеми лицензиями, которые позволяют нам работать глобально. Хочу вам сказать, процесс роста Incruises, он уже необратим. Мы можем чуть-чуть замедлить рост, но он необратим, и на нас уже обращают внимание.
И круизные линии совершенно по-другому уже. Они уже ищут встречи с нашим руководством. Они уже хотят быть больше вовлечены в наш, так сказать, в наше сообщество. И все больше или больше людей к нам приходят, серьезных людей, которые могут себе позволить любое путешествие, но им тоже нравится и путешествовать безоплатно, и экономить, и еще и получать вознаграждение. А кому не понравится? Вот. И вот эта таблица нам хорошо показывает, что возможности роста здесь есть огромные. Главное, вам нужно понимать, чего вы лично хотите, какие у вас цели, какие у вас желания. Если вы хотите прожить жизнь серенькой мышкой, ничего в этой жизни не видеть, ну, значит, это не сюда. А если вы все-таки хотите увидеть мир, если вы все-таки хотите пропутешествовать, если вы все-таки хотите встречать новых людей, не оставаться одиноким, быть частью глобального сообщества, да, зарабатывать, в конце концов, вернее, получать доход вот таким образом, я даже не могу сказать зарабатывать, получать доход вот таким образом, значит, это сюда. Если вы чего-то хотите, у вас есть планы, это сюда. И планы нужно строить самостоятельно, потому что если у вас не будет своих планов, вы всю жизнь будете работать на дядю и будете вовлечены в чьи-то планы. Ребят, такой проект приходит на рынок нечасто. Такой проект приходит, может быть, раз в 100 лет. Особенно в индустрии туризма. Скажем откровенно, я занималась туризмом. Я не знаю, какие бы там Uber, Airbnb, там поисковые системы по поиску авиаперелетов не существовали. Такого проекта, который сейчас существует в круизной индустрии, еще не было. Потому что это не просто платформа, которая соединяет в техническом плане пассажиры и круизный лайнер, дает возможность самых выгодных цен, плюс еще и так далее, остальных привилегий. Но это еще огромное глобальное сообщество. И наш круизный клуб еще дает нам возможность бесплатно, безоплатно учиться, развиваться, получать профессиональные навыки. И неважно, какое у вас сейчас образование, какие у вас сейчас навыки. Главное, что и вы хотите. Потому что все для этого уже компания разработала и нас этим обеспечивает. У нас огромное количество курсов по персональному росту, по бизнес-росту, по различным направлениям. Знаете, стоит только захотеть. А если вы этого хотите, то тогда добро пожаловать в Инкрузес. Деньги мы получаем вот таким образом. Карточка к нам приходит по почте. Вот мы спокойно перебрасываем туда свои деньги. У нас существует программа лояльности, у нас существует программа бонусная, программа быстрого старта, которая позволяет вам получать еще больше денег, чем просто $600, имея 30 человек, плюс еще получать $700 от компании. То есть все для этого есть. Главное, чтобы вы захотели. Причин присоединиться множество, я их уже озвучила. Индустрия потрясающая. Растем мы быстро. В 2015 году зарегистрировались. Вот это неполный перечень тех людей. Тут не хватает еще Гюльнары Мусиной, вернее, которая вот недавно стала борт-директором. Это те люди, которые сюда пришли и себя сделали. Заработали свои 100 с лишним тысяч долларов в месяц и чувствуют себя сейчас превосходно. Чего я вам желаю? У нас у всех есть эти возможности всего лишь за $100 активировать свой счет, отложить себе эти $100 на круизный, получить 200 круизных и начать уже планировать свое круизное путешествие. 195 дадут вам возможность рекомендаций, дадут вам возможность путешествовать безоплатно, дадут вам возможность зарабатывать деньги. Вот, поэтому я вас призываю, не тратьте время зря. Присоединяйтесь к нашему клубу. Здесь вы найдете все, что вам нужно. Самое главное, вы найдете здесь еще новых партнеров, новых друзей. Вы сможете увидеть мир и показать этот мир своим близким. Не тратьте время зря, потому что оно у нас слишком быстротечно. И наша жизнь стоит того, чтобы мы с вами успели увидеть как можно больше. 14 дней гарантии дают вам возможность передумать. Если вы сегодня присоединились к клубу, у вас есть возможность в течение 14 дней отменить свою регистрацию. Ваши деньги будут возвращены к вам обратно на счет. Друзья, отправляйтесь путешествовать, потому что ничто нас не делает настолько богаче, как путешествия. Путешествия в круизах позволят нам увидеть как можно больше. И отправляясь в путешествие, возвращаясь обратно, вам очень понравится ваше отражение в зеркале. Потому что вы станете выглядеть лучше, здоровее и успешнее. Большое вам спасибо за время и внимание. Приглашаю вас в наш круизный клуб. Это будет незабываемо. Сделайте свою жизнь ярче, интереснее. Приглашайте сюда своих друзей. До новых встреч!